Этот день прошел сквозь века, и осталась о нем его слава, и стихов моих слаба строка. Описать этот день величавый, сердце чувствует радость и мир, вспоминая события в прошлом, когда Бог дождь свой с неба пролил, что обещано было апостолам. Пребывали в молениях они, ожидая сердцам подкрепления, утешались надеждой все дни, продолжая стоять на коленях. И пришел этот радостный день, сила Божья явилась в знамениях, и исполнились духом там все малограмотные галилеяне. Не во всякий вместилось ум, что явление это от неба, как от бури несущийся шум, как от сильного бурного ветра. И языки, подобно огню, опустились на каждого в доме, и неясно было почему, говорили они по-другому. Эламиты, парфяне, медяне узнавали наречие свое, египтяне, римляне, критяне изумлялись, дивились о всем. Они слышали ихним наречием, говорилось о Божьих делах. Дух Святой и над их сердцами совершал свое дело в тот час. В этот день был огромный успех, дело царствия в городе набожном. Душ раскаянных было там всех, тысячи три, что спасения возжаждали. Это было начало пути, христианской всей эры начало, и в истории всей не найти дней, подобных сему, величавых. Слава Богу!